Приветствую вас, туристы, а именно туристки. Сегодня мы с вами посмотрим видеообзор вот таких вот чудесных трекинговых палочек от фирмы Black Diamond, а именно палки Women's, то есть женские палки. Почему женские? Ну, потому что они, видать, сделаны более аккуратнее, чем, скажем, обычные классические палочки, и более легкие. То есть они практически невесомые. Подробную характеристику можете посмотреть у нас на сайте. Не буду на этом останавливаться, а посмотрю только на особенности. Итак, палки Black Diamond Women's. Ручка палки, как мы видим, выполнена из такого приятного неопрена. Оно и не мягкое в то же время очень, но в то же время не сильно жесткое. То есть в руке сидит очень приятненько. То есть так облегает руку. Ручка, мы видим, практически до конца третьего колена доходит. То есть мы можем не регулировать длину палки, спокойно расположением руки менять длину палки, скажем, на подъемах или на спусках, для того, чтобы не морочиться замками. Наверху ручечки мы видим вот такой вот широкий, мягкий темплечок, такого вот яркого цвета, очень красивый. Мягенько лежит в руке, то есть не натирает, видим, какой он широкий. Регулируется длина темплечка вот здесь вот в ручке непосредственно, сделана такая прорезь. И длину мы можем регулировать с помощью вот этих вот дополнительного, скажем, как ленты на темляке. То есть под любую руку мы легко можем построить, под самую маленькую женскую ручку, а также под солидную женскую руку у спортивных девушек. Итак, палка трехсекционная, состоит из трех колен. Длина колен регулируется с помощью защелок эксцентриков. То есть для того, чтобы отрегулировать длину палки, мы выдвигаем колено. На колене есть шкала с длиной, также знак стоп, который не стоит выдвигать дальше, то есть для того, чтобы палка не поломалась. Мы выбираем длину и эксцентрик просто вот так защелкиваем. Все, колено зафиксировано. Для того, чтобы отрегулировать мощность сжатия вот этого эксцентрика, чтобы это было приятно на руке, то есть не надо было сильно нажимать на него, палка не портилась, в то же время не проскакивала. Мы можем регулировать с помощью вот винтика регулировки эксцентрика. Для того, чтобы открыть эксцентрик, мы просто нажимаем на него так пальцем, и он открывается. Все очень легко и просто. Такой же самый эксцентрик стоит на нижнем колене, мы видим вот такие вот замочки. Вот так, зафиксировано. Упорная часть палки, то есть ее кончик, мы видим, выполнен из прочного пластика. На нем уже надето вот такое вот резиновое упорное кольцо на резьбе. То есть мы можем его снять, либо установить. Также в комплекте палки идут, с палками идут вот такие вот резиновые, как из грубой резины, снежные кольца для зимних походов. Они мягкие, не деформируются, то есть не будут ломаться зимой при сильном морозе. А также, если вы случайно ботинками на него наступите, то есть вы его не поломаете, как обычные пластиковые кольца. Это очень удобно, поскольку кто ходит походы, знает, что это расходный материал, особенно пластиковый, он очень сильно ломается. То такие кольца проживут у вас довольно долго. На самом кончике палки есть вот такой мощный, толстый, победитовый наконечник, который дает хороший нам контакт палки со льдом, со снегом, грязью, также мокрые камни, хорошо в щели встает. Он же является съемным, то есть когда он сработает, чтобы не портить саму палку, сам пластик не сбивать его, мы его просто выкручиваем по скорлупцам, либо зайдите в любой туристический магазин, он поменяет его. То есть покупаются новые и устанавливаются на его место. То есть палка продумана, все в принципе можно поменять, все существует, потому что палки надежные, и служить они будут довольно долго. Также в комплекте идет вот такая вот защелка для транспортировки палок на рюкзаке, чтобы они не распадались между собой. То есть можно щепить их вместе, и они вот так вот будут висеть. Крепятся довольно точно. В собранном состоянии палки небольшие. Хорошо будут использовать как и летом, так и зимой, потому что конструкция замка позволит нам использовать их легко зимой, снег, лед не будут замерзать в замке, тем самым палки всегда будут регулироваться по длине. Вот такие вот они палочки, женские палки от фирмы Black Diamond.
Подписывайтесь на наш канал, приобретайте палки в нашем магазине. У нас всегда хорошие скидки. Ну и берегите ваши ножки. Счастливо!